Внимание! Самое выгодное предложение сегодняшнего дня – 1999 рублей. Эффектный, стильный, модный жакет Элен, которым сегодня красуется наша Светлана Воронцова. Знаете, дорогие друзья, я хочу поделиться с вами ощущениями комфорта. Я чувствую себя очень стильной. Я за то, чтобы каждый из вас нашла свой стиль. А наш жилет подчеркнет ваше умение красиво одеваться. Не раз в нашей программе я отдавала предпочтение многослойным ансамблям, которые выделяют женщин и доказывают, что эти женщины любят и умеют сочетать в своем базовом гардеробе все модели. Итак, внимание на экран. Одна из самых популярных моделей нового 2018 года сегодня в коллекции бренда Благов. Людмила Заяц, основатель этого бренда, знает толк в вещах. И Людмила именно на пьедестал сегодня поставила жилет. Не случайно. Во-первых, этот жилет украшает самого создатель этого бренда. Людмила сделала этот жилет для себя. Стильная эко-кожа. А внутри у нас эко-каракульча. Этот жилет будет сопровождать вас даже на улице. И сегодня, когда в Москве плюс 7 градусов, и я не знала, что мне надеть, меня спас этот жилет, потому что дождь, который застал меня врасплох, никоим образом не повлиял на мою одежду. Да. Я сегодня выбрала вязаное платье и накинула на него стильный кожаный жилет. Интересно, ты говоришь, эко-кожа, эко-меха выглядит как натуральный, как на ощупь, так и на взгляд. Ну, а ты говоришь еще и, что не бояться дождя, это просто фантастика вообще для каждой хозяйки. Да, я хочу сейчас пройти на подиум, а потом обязательно вернусь к словам Лены, мы проведем с вами эксперимент. Как выбрать дистанционный размер? У нас уже шквал звонков, да. И многие женщины просят подобрать для них правильный размер. И я готова пройти и показать, как правильно выбрать размер. Дорогие женщины, наш жилет сделан по фасону А-силуэт. На подиуме у нас Танюша. И я хочу сказать, что жилет очень эффектно смотрится как с блузами, так и с водолазками. Уникальность этого жилета в том, что у него классический фасон и приемлемая длина, которая подходит для женщин любого роста. Мне нравится, что в этом жилете каждый из вас, у кого есть секреты фигуры, будет чувствовать себя безупречно. Многие женщины, вообще, Лена, я замечаю, что хотят прикрыть какие-то секреты. Но это всегда хочется, конечно. Но у нас же здесь каракульча и эко-кожа. Область живота, да. Область бедер в этом жилете закрыты, и это здорово. Во-первых, вам тепло, вас все защищает, а с другой стороны, он моделирует ваш силуэт. Посмотрите, даже несмотря на то, что внутри у нас с вами мех, который согревает наше тело, он находится близко к нашему телу, и нам тепло, но не жарко. Этот эффект благодаря тому, что эко-меха делают из качественных полиэфирных волокон с добавлением 5-10% натуральной шерсти. Сам по себе основной материал сидит, не висит. Это тот случай, когда женщины выбирают для себя идеальную защиту. Эко-кожа не дубеет на морозах, выдерживает натиски влаги, поэтому в нем можно ходить даже на улице. Вы можете надеть этот жилет, например, на тоненькую куртку. Это прекрасно! Мы сегодня выбираем безупречный стиль, выбираем современные материалы, которые корректируют нашу фигуру и защищают наше здоровье. И все это за одну цену 999 рублей. Звонки бесплатные, дозвонитесь прямо сейчас. Я сегодня смотрю на Светлану и на нашу Татьяну и поражаюсь, как один жилет может кардинально изменить образ. Вот представьте, сегодня вы отправляетесь на прогулку просто в водолазке и в брюках, но как только вы надеваете стильный модный жилет, все внимание окружающих только на вас. Измените свою жизнь, измените свой стиль и внесите в свой гардероб вот эту изюминку. Будьте особенны. Дозвонитесь прямо сейчас, оформите заказ. У нас очень ограниченная партия, это эксклюзивная коллекция от бренда Благов, поэтому поторопитесь. Ну и я уже пришла в студию со стаканом с водой. Леночка, подержи салфетки. Для того, чтобы проверить качество наших материалов, мы воспользуемся водой. И сейчас мы посмотрим с вами, как эко-кожа выдерживает натиски воды. Так. Мы выливаем сейчас воду, и посмотрите, даже можно не пользоваться салфеткой. Вода очень хорошо стекает
внутрь. Обратите внимание, что не остается никаких пятен. Лена, держи, так, дай мне салфетки, держи, пожалуйста. Вы просто проводите по вашей жилетке. Во-первых, это отличное средство для того, чтобы ее почистить. И здесь не остается никаких разводов. То, что касается меха. Обратите внимание на то, что внешне он похож на каракульчу. И многие женщины спрашивают, что именно меха часто вылезают. Сейчас мы продолжим наш эксперимент, который докажет, что наш мех является очень прочным. Да. На расческе не остается следов. Посмотрите, мы сейчас прочесываем наш мех, он остается на месте, а значит, никаких залысин при носке у вас не будет. Посмотрите, я вращаю расческу, а на ней нет ни одной ворсинки. Это 100% качество эко-материалов. Это 100% качество бренда Благов. Успейте дозвониться прямо сейчас. Размеры от 50 до 60. Но знаешь, Свет, если у меня 48 размер, мне не хочется отказываться от жилета. Могу я взять для себя 50? Конечно. Я хочу сказать, что этот жилет отлично смотрится, если он свободно на тебе сидит. Ты можешь всегда надеть свитер теплый. И я еще раз напоминаю, ты можешь носить этот жилет на тонкой куртке. Есть такие тонкие курточки с натуральным пухом или фейбертеком. И ты можешь на них накинуть удлиненный жилет. Слушай, ну а пройма подойдет, потому что бывают иногда рукава объемные. Давай посмотрим на пройму. Мне нравится, что здесь много свободы. Вот Танюша вам показывает. Таня выбрала жилет 52-го. Если у вас сдвоенный размер, как у Татьяны, у Тани верх 50, бедра 52, возьмите жилет 52-го. Или, как Лена, любите носить свободные вещи, а у вас 48-й, возьмите 50-й. Зона проймы, кстати, свободна. Вот у меня отлично сел жилет по формам бюста, и мне это очень нравится, потому что ничего меня не сковывает. Ну, выбирайте для себя действительно жилет Эллен, как хотите, можете на размер больше, как это делаю я. Самое главное, поторопитесь, ведь это ограниченная, эксклюзивная коллекция от бренда Благов. Скидка только одни сутки, больше, чем цена. 2000 рублей ваша экономия на сегодня. Звонки бесплатные и оплата только при получении на почте. Дозвонитесь прямо сейчас. Свет, а вот скажи, пожалуйста, у нас накладные карманы. И эко-кожа эластичная. Не растянутся ли карманы? Вот так бывает иногда. Нет, накладные карманы, между прочим, здесь пришиты очень правильно. Mm. И конструкторы уделили огромное внимание этой красоте. Вот сейчас Танюша показывает. Накладной карман, кстати, мех здесь матовый, тоже влияет на стройность фигуры. Поэтому карманы здесь не только для красоты, не только для того, чтобы подчеркнуть модные тренды и утонченный стиль женщины. Они функциональны, пришиты очень грамотно. Это тот случай, когда карманы не оттопыриваются, даже стройнят женщину. Катя появилась на подиуме, а значит, жилет Эллен можно носить даже с юбкой. Однозначно, дорогие женщины, кто любит элегантный стиль. Несмотря на то, что жилет Эллен можно присоединить к стилю casual, мы можем носить его на вязаных платьях, элегантных платьях и стильных юбках Гаде. Дозвонитесь прямо сейчас. Успейте выбрать для себя самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Жилет Эллен.